силы. Эмин Гарибов. Еще один московский гимнаст. Его упражнение на кольцах. Видим, что раскачиваются кольца. Конечно, для гимнастов экстра-класса это уже серьезная ошибка. Но что делать? Пока еще сил, мышц, необходимых для того, чтобы все это делать безукоризненно, пока еще не хватает ребятам. 8,7. Ну вот мы видим, что по сравнению с предыдущим гимнастом оценка у Гарипова уже выше. Двойной гуцик вперед элемент. Ну, посмотрите, вот такое тоже требует уже определенных физических кондиций, силы. И юный гимнаст демонстрирует, что у него уже есть и техника.